Здравствуйте. 14 мая 18 лунный день созди Адия с элементами Земли. День высших сил благоприятный для ритуалов элемента огня, очищение домашнего очага, исполнение желаемого, ожидать приятную новость, проведение праздников, радовать людей, в строительстве, почитание хозяев местности, работы на дому, устранять негативные проявления в благородных делах. Ребенок, родившийся в этот день, будет творчески, духовно богатым, без стремления к наживе, способный ясно отражать все свои мысли, сострадательным ко всем существам. День неблагоприятен для выезда, путешествий, копать землю, колодец, рубить дерево, лечение как прижигание, кровопускание, иглоукалывание. Благоприятен для людей, родившихся в год змеи и курицы, неблагоприятен годам драконы, собаки, овцы. На верхнем березке Дункурдуане основное Дункурхоров и ритуал Джинсрек с часу дня Диважн Дуане Почуване Сунды. Будьте полезными!